Я рада, что ты здесь. Тебе просто нужно время, чтобы привыкнуть. А еще тебе на работу надо устроиться. Палмер. 2 года подряд вы числились лучшим игроком Риверсайда. Да, сэр. Но многое изменилось. Этого мальчика зовут Сэм. Его мама снова уехала. Поживет с нами, пока она не вернется. Ты же парень, так? Так. Ты не знаешь, когда моя мама вернется? Его передадут в приют. С этим парнем явно что-то не так. За что тебя посадили? Это не важно. Что было, то было. Ты прав, все в прошлом. Послушай меня, сынок. Дети злые. Особенно тогда, когда видят то, что видеть не привыкли. Ты же просто преступник. Ты не имеешь права смотреть за ребенком. В этом мире есть те, кем быть можно, а есть те, кем нельзя. Много парней участвуют в этом шоу. Ни одного. И о чем это говорит? О том, что я буду первым. Сладости или гадость? У меня есть сладости. Я долго считал себя человеком бесполезным. До встречи с Сэмом. Шелли вернулась. Не можешь ты в дерьмо не вляпаться. Я не могу его бросить. Я не брошу этого малыша. Слышал, что на днях вы чаепитие устраивали? О, да. Осторожно, Палмер, это горячо. С мизинчиком. Чудесно.